Привет, друзья, меня зовут Александр Шиллинг, и сегодня я хотел бы показать вам такую программу, как FileZilla. С помощью нее можно закачивать и скачивать данные на ваш хостинг, и скачать ее можно по вот этому адресу filezilla-project.org. Здесь нажимаем Download FileZilla Client, здесь Show Additional Downloads Options, и здесь на вот эту ссылку нажимаем. Ждем пару секунд, и начнется загрузка. Так, нажимаем «Сохранить файл», и видим, началась загрузка данного файла. Программа весит всего 5 с чем-то мегабайт. Так, запускаем установщик, запустить. Здесь читаем лицензию, нажимаем «Согласен». Next. Здесь ставим галочку, чтобы создать иконку на рабочем столе. Нажимаем Next. Next. Install. Так. Итак, программа установилась. И мы нажимаем на Finish. Так. Здесь закрываем. И здесь мы видим мой тестовый сайт, на котором сейчас ничего нету, то есть это demo.alexandershilling.ru. И сейчас мы сюда загрузим наш небольшой сайт и потом посмотрим, как это все работает. Так, вот на рабочем столе появилась иконка FileZilla Client. Запускаем его. Здесь нажимаем на эту иконку. Новый сайт. Вводим здесь какое-нибудь название для этого сайта. Здесь вводим хост, то есть те данные, которые нам прислал наш хостинг-провайдер. Обычно они пишут, соответственно, то есть хост, и пишут, что нужно вводить. Потом пишут также пользователя, и здесь пишут, что нужно вводить пароль и так далее. То есть здесь вводите хост, здесь вводите порт, если он не 21 по умолчанию, то указываете, по какому порту подключаться. Здесь можно выбрать подключение через FTP или через SFTP, то есть через протокол SSH, то есть защищенный протокол. Обычно хостинг-провайдеры представляют только подключение через протокол FTP, поэтому выбираем здесь FTP. Шифрование ничего указывать не нужно. Тип входа выбираем нормальный. Здесь вводим имя FTP пользователя и, соответственно, пароль. Так, нажимаем на ОК, чтобы сохранить настройки. И опять нажимаем на данную иконку. Выбираем сайт и нажимаем на соединиться. Здесь мы видим, что мы успешно подключились к нашему хостингу, и здесь вот видим уже удаленные папки, то есть на нашем удаленном компьютере. Заходим в папку public html и сейчас закачаем туда вот этот вот сайт index.php. Можно его просто вот так перетащить, можно выбрать его и нажать на закачать на сервере, то есть кому как больше нравится. Мы видим, здесь вот мелькнуло, что файл передается, и здесь видим в успешных, что файл успешно закачался на наш хостинг. Если бы были какие-нибудь ошибки, то во вкладке неудавшейся передачи мы бы увидели, какие файлы не закачались, и могли бы попробовать закачать их еще раз. Итак, файл закачался, теперь мы можем перейти на наш тестовый сайт, обновиться и увидим «Привет, мир», то есть все работает. Также мы можем скачать данный файл на наш, допустим, я возьму сейчас, просто удалю этот файл на своем компьютере и со своего удаленного компьютера, то есть хостинга, скачаю его к себе на мой компьютер. Вот, видим, файл скачался, и мы можем попробовать его сейчас открыть. Допустим, с помощью Sublime. Вот, и мы видим, что это этот файл.
То есть с помощью данной программы вы можете закачивать и скачивать файлы на ваш хостинг. Она бесплатная, довольно функциональная и очень удобная. После того, как вы завершили работу с вашим хостингом, то необходимо отключиться, либо при закрытии программы он автоматически отключает. Так, на этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.